Всем привет! 2 июня 2019, 20 километров от Харькова. Черешня, сорт Валерий Чекалов. Крупная, вкусная. И так как уже все начали бегать и выбирая себе более поспевшие ягоды, усиленно ее есть, я решил вам заснять, потому что, ну, как бы снимать скоро будет уже, в принципе, нечего. Вот покажу. Она у меня сверху подрезана. Вот рука, это уровень глаз моих, да? Вот я могу подойти спокойно, выбрать, сколько мне нужно. И внизу есть, вот прямо над землей. Сейчас, пожалуйста, смотрите. Вот такие розы есть. Черешня Валерий Чекалов. Будет у меня немного саженцев в этом году, поэтому на осень, либо на следующий год на весну, там посмотрим как. Поэтому, если кому интересно, можете звонить, писать и заказывать. Все, всем спасибо, кто смотрел. Сейчас вкусная, сладкая, поэтому всем рекомендую. Такие грозди прям подходишь и кушаешь. Все, всем спасибо, кто смотрел. Всем